Всем привет, на связи Мабу, и в сегодняшнем видео мы поговорим с вами о том, кто может со 100% вероятностью стать Android-разработчиком, ну или почти со 100%. У меня есть масса информации со статистикой о том, кто и как обучается Android-разработке, а также я сам прошел этот путь и знаю, как построить свое развитие в этой сфере, и поэтому у меня есть чем с вами поделиться, так как я выработал 100% формулу успеха и знаю об одном качестве, которое позволит вам обучиться на Android-разработчика. Итак, на связи Мабу. Мабу — это платформа по разработке мобильных приложений. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Если вы хотите оперативно и качественно стать Android-разработчиком на актуальных технологиях и обладать современными скиллами и иметь небольшой опыт разработки, то я могу вас обучить профессии Android-разработчика за 3 месяца. Обучение проходит на индивидуальной основе, оплачивать обучение можно как помесячно, так и по полмесяца. Такое вам больше никто не предложит. Я уверен в своей технике обучения и только актуальной практике, поэтому и предоставляю такие условия. Вся программа подстраивается под ваши индивидуальные навыки и знания и под ваши способности. То есть я разрабатываю для вас индивидуальную программу обучения. Обучение происходит на закрытой платформе, мы общаемся с вами на любой из соцсетей, а также будем созваниваться в WhatsApp. Да, у вас будет мой личный номер телефона. В процессе обучения у вас имеется неограниченное количество консультаций, ответы на ваши вопросы я предоставляю в видеоформате. Я вас не ограничиваю во времени, и вы можете обучаться в своем темпе. Если вы проходите обучение немного медленнее, чем это предусмотрено программой, то за дополнительное время нахождения на обучении вы ничего не оплачиваете. То есть, если вы неделю программы проходите за 2 недели, то за дополнительную неделю вы ничего не оплачиваете, она предоставляется вам в подарок. Это очень удобно. Для консультации по обучению, а также для записи на курс, вы можете проконсультироваться со мной. Все ссылки есть в описании к этому видео. Я очень часто вижу всех тех, кто хочет выучиться на Android-разработчика, и я вижу и совсем новичков, и тех, кто уже больше года пытаются освоить эту профессию, что-то предпринимают, но все равно у них прогресс не слишком велик, и они по факту остаются на уровне новичка даже уже через год и через полтора. И как вам могло ошибочно показаться, но на самом деле для успеха не обязательно обладать отличными познаниями математики, физики, основы программирования, устройства компьютера, быть превосходным технарем или даже хакером. Конечно, наличие всех этих навыков — это скорее плюс, но даже наличие таких качеств не даст вам 100% гарантии, что вы станете Android-разработчиком. Но есть такое одно качество, это даже качество характера или личности человека, которая не связана ни с навыком программирования. В общем-то, наличие такого качества у вас в определенной мере показывает, что вы можете быть очень классным разработчиком. Но если у вас нет даже этого качества, это качество можно наработать, и это самое прекрасное. Это качество поможет вам и в обучении, и в дальнейшем развитии, и даже при разработке приложений. Это качество более жизненное, нежели относится к сфере программирования или к технической сфере. Ну что, вы уже не в терпении, что же за это качество? Итак, внимание, для того, чтобы достичь успеха, ваше поведение в сфере обучения и работы в программировании должны напоминать повадки дятла. Да-да-да, вы должны быть словно дятла. Да-да, не удивляйтесь, я сейчас вам все объясню. Давайте вспомним знаменитого дятла, который все время долбил в дерево, все время ежедневно долбил, долбил, долбил. А теперь возвращаемся к Android-разработке. Для того, чтобы стать разработчиком, вам нужно освоить определенный стек сложных технологий. Ну и конечно, у вас сначала очень мало что будет получаться, будут постоянные баги, вылеты приложений, ваш код не будет работать, а то решение, которое вы нашли, уже устарело или вообще не запускается. Далее, по мере вашего развития, вы будете понимать, что тот код, который вы написали полгода назад, он ужасен со стороны и синтаксиса, и архитектуры, и вы будете все это переписывать. Кроме того, у вас будет масса вопросов, с которыми вам никто не сможет помочь, так как это чаще всего бывают вопросы, в которых нужно копаться с вашим кодом, а код новичков, как правило, вызывает, скажем так, как бы мягко удивление. И вы должны понимать, что бесплатно этим никто не хочет заниматься, а копаться в этом коде, по этим вопросам, связанным с архитектурой, это уровень middle и senior. И как вы понимаете, такие люди зарабатывают очень много, и один час их работы стоит дорого, и новички, как правило, не могут отдать такой платы.
Поэтому получается как бы тупик. Но вы все равно должны разбираться в этих технологиях. И эту проблему решает упорство. То есть вы должны сидеть час за часом, разбираться и заниматься этой технологией, которую вы представили перед собой цель изучить. Вы должны разбираться долго, упорно и также настойчиво идти к своей цели и словно дятел долбить в одну точку. Давайте представим, что та технология, которую хотите вы освоить, например, работа с базой данных на сервере, лежит внутри некого дупла дерева, да? То есть внутри дерева. И чтобы ее освоить, вам нужно продолбить отверстие, то есть проход к ней. Ну и, конечно, в сети масса источников о том, как можно работать, там, например, с базой данных на сервере. И представьте, что каждый такой источник – это слой дерева, который нужно продолбить, и перед тем, как вы найдете правильный со стороны реализации и архитектуры подход, вам нужно перебрать массу источников, то есть продолбить большой слой дерева. Если вы упорно и четко идете к своей цели, а именно освоение конкретной технологии, то у вас все получится. То есть самый ключ успеха, чтобы стать Android-разработчиком, вы должны, не опуская рук, долбить в одну точку и искать решение какой-то проблемы, которая стоит сейчас перед вами. Конечно, сравнение с дятлом это весьма условно. Что же я хотел вам рассказать в этом видео? И в принципе, почему у меня появилась идея создания такого видео. Во-первых, мне задают много вопросов по этой тематике. Я много раз слышу, что не знаю, как правильно изучать, такая каша в интернете, что же делать. Я, конечно, советую людям прийти на мой курс, потому что, проходя мой курс, все эти вопросы снимаются. Ну, не у всех есть возможности, и поэтому я даю некие советы при личных консультациях. И еще не совсем недавно, сейчас я занимаюсь iOS-разработкой, изучаю там уже уровень архитектуры, и столкнулся недавно с одной проблемкой, и, в общем-то, мне нужна была одна библиотечка, а в iOS все намного сложнее по установке библиотек, нежели в Android. И у меня новенький MacBook на чипе M1, новом Apple-овском чипе. Так вот, разработчики этой библиотеки еще не адаптировали свою библиотеку под чип M1, и мне пришлось искать обходные пути. И я потратил на это целый день. И вот если бы я опустил руки, я бы через час бы все закончил и не использовал бы эту библиотеку и не изучал новые технологии, потому что в iOS что-то сложнее, что-то легче, чем Android, и там нужна усидчивость, так же как и в Android. В общем-то, поэтому я вспомнил, как я изучал Android также упорно, и я решил сделать это видео. Как вы знаете, меня крайне удивляют те люди, которые, посидев над проблемой пару часов, а иногда и весь день, опускают свои руки и говорят: наверное, я слишком туп, и это не мое. Нет. Вы рехнулись? Вы серьезно? Работа разработчика – это ежедневное преодоление таких трудностей, которые сначала наводят на вас дикий ужас, а потом вовлекают в процесс вас настолько глубоко и сильно, что вы уже не замечаете время, как идет, и просто одержимы решением этой проблемы. И если это у вас с вами происходит, если такой процесс вас вовлекает, ну, конечно же, не сразу, как новичков, а в дальнейшем, то знаете, вы на своем месте, и то, чем вы занимаетесь, это ваше искусство. Станете вы разработчиком или нет, зависит от того, сможете ли вы, подобно этому дятлу, долбить в то самое дерево, чтобы решить какую-то проблему или освоить какую-то технологию. Станете ли вы разработчиком или нет, зависит от того, сможете ли вы упорно и настойчиво изучать какую-то технологию и решать проблему с кодом. Конечно, 98% всех этих проблем, как я сказал ранее, снимает мой курс. Если что, и ссылка есть на него в описании к этому видео. Ну а всем вам я хочу пожелать не опускать руки, изучайте разработку мобильных приложений. Ведь сначала это станет вашим кошмаром, затем покажется довольно более легким занятием, после чего это станет по-настоящему вашим искусством, которое вы полюбите всей душой. У вас все получится, не опускайте руки, идите к своей победе. А с вами был проект Mabu, до встречи на следующих эфирах, всем пока.